Очень часто дезинсекторы особо не заморачиваются над тем препаратом, каким обрабатывать от клещей. Но это прежде всего ваше здоровье, ваша безопасность и ваше спокойное нахождение на дачном участке. Поэтому я сейчас покажу, как лично я провожу эксперименты и проверяю действие препаратов. К тому же препараты я предпочитаю проверять не свежие, только приготовленные, а которые прошло как минимум уже 2 недели. То есть мы намочили тряпочку, дали ей высохнуть, подождал я времени 2 недели, и после этого туда выпускаю клещей на 5 минут. И посмотрю, какие из них погибнут, какие нет. И препаратом буду работать на ваших участках только тем, который действительно покажет наилучшие результаты. Для эксперимента я собрал клещей. Наши клещи обрадовались свободе и стремятся убежать из баночки. Тут у меня на пробе некоторые препараты, которые не являются акарицидными, поэтому я проверяю не все. По некоторым клещи активно передвигаются. С других постарались быстро убежать. А вот здесь клещ наоборот проявляет какую-то неактивность, медлительность. И может понять, что ему делать. Тех, которые убегают, я обратно сажу центр нашей тряпочки. Хуже всего клещ чувствует себя на препарате номер 3. Активнее всего клещ на препарате номер 1. Он уже 3 раза пытался убежать из своей тряпочки. И даже вообще вылезти из тарелочки. В препарате номер 8 клещ тоже очень неактивный, но все-таки хуже всего вот этому клещу. Заканчивается время 5 минут, и в препарате номер 3 и 8 наши клещи уже почти не подают признаков жизни. Еле шевелятся уже. Действеннее всех оказался препарат номер 3 и 8. Я поместил еще на препарат номер 3 двух клещей. Смотрите, как они ходят. Они сразу же встают на свои лапки. Пытаются быть как бы дальше от поверхности, от обработанной. Начинают ползти медленно, как бы крадутся. И совсем не проявляют активности. Движения у них хаотичные, никак в препарате номер 1 и 2 они не пытаются явно убежать из баночки, они просто ходят, как будто сами не понимают, куда и зачем. Прошел примерно час, клещи спустя всего лишь 5 минут, поползав по препарату номер 3, погиб, и по препарату номер 8 тоже через несколько минут погиб. В остальных баночках клещи даже спустя час все равно продолжали ползать и проявлять свою активность. Поэтому на ваших участках я буду работать только препаратами номер 3 и 8. Плюс есть еще небольшие хитрости, о которых, к сожалению, вам не могу сказать. Но я делаю все возможное для того, чтобы на своей даче вы чувствовали себя в полном спокойствии и безопасности. Компания Mirdes.